Всем привет, меня зовут Фласка, сегодня мы с вами будем играть в третью главу Happy Playtime. Вот вышла она буквально недавно, пару дней назад, в общем. Меня дико пугает вот эта вот псина, что на меня смотрит, она выглядит, очень неприятно. Я надеюсь, оно за нами бегать не будет, и скримеров тут будет очень и очень мало. Ну что ж, тыкаем, новая игра, начинаем. О май гэш, я вижу какой-то домик, знаете, вот такие вот кадры, тем более еще и обрезанные, ну такие квадратные. Меня очень пугают. Как страшно, воет ветер. Я не могу уснуть. Друзья, все будет хорошо. Обещаю. Ветер обязательно стихнет. Когда-нибудь. Что-то какая-то угрюмая картинка, если честно. Я не знаю, это так страшно выглядит. Погодите, это, мол, из... Боже! Кот Дремот, помоги нам заснуть. Это невыносимо, помоги нам спать. Господи, что я смотрю? Это очень странно выглядит. Это психоделика, что ли, или что это? Боже. Это просто жесть. Что мы сейчас с вами будем играть? Фаги-ваги и Поппи от Playtime давно. Что-то там, а что насчет новой игрушки от Playtime? Так ли она безобидна? Вы посмотрели мультфильм «Улыбающиеся животные» от Playtime Co. Показ его ограничен и посвящен он выпуску игрушек. Теперь этой парочке приходится управляться с пожаром, который устроил еще один ключевой участник. Перед вами кот Дремот. Работает он так же, как и другие игрушки серии. Вы просто тянете за хвост и... Кажется, ничего опасного. Однако родители по всей стране сообщают, что их детям снятся частые кошмары. Как же оберечь детей? Улыбчивый малыш кот Дремот из-за нарастающих возмущений Playtime Co. объявила, что снимает все игрушки из серии «Улыбающиеся зверят» и... снимает с продаж и удалит изображения с ними. Но сможет ли компания так просто отречься от игрушки, которая причинила вред детям, наверное, не успеваю прочитать. Ё-моё, типичная причина, опять не успела, но ясно одно. Кот Дремот опасен для детей. Poppy Playtime Charter 3. Бам, поехали. Боже, это вступление было очень долгим. Ого, кто это? Это я ползу? Я похожа на Годзиллу. А почему у меня камера Меня не тащат, я понял. Этот кот меня куда-то скинул. А что я тут делаю, погодите. Ёшкин кот, ты зачем меня скинул? Но сжимается. Трышня, что делать, я тупой, что так сразу нужно, мне сюда. Я тупой, что делать, меня еще убьет. У меня нервы. Как допрыгнуть? Я не понимаю. Тихо. Да как допрыгнуть, ты же еще. Что сразу так сложно-то, ёшкин ты кот. Тут по вот этой штуке залез. Да что у меня прыжок какой-то галимый, куда? Я рили тупой. И мне надо понять, куда мне. Мне туда либо сюда. Ну, допустим, я тут. Я туда вообще скарабкалась? Ну, я не помер. Это уже хорошо, да? Погодите, оно меня не убивает. Все, окей. Теперь надо понять, в какую дырочку мне лезть, да? Я все правильно пошла, да мне. А что так темно? Я вообще ничего не вижу. Поищи рядом предметы, которые помогут тебе потянуться. Нажми. Подтянуться. Я что-то вообще тупой. Я вообще забыла, как управлять. А можно посветлее? Я вообще ничего не вижу. Все, сделала поярче, хотя бы вижу, что где. Я не могу вскарабкаться, да? А сейчас сработало. Конечно. Окейшки, здравствуйте. Я на заводе, да? Боже. Вопрос, куда мне сейчас? Оно туда-сюда будет кататься, да? Если я здесь, наверное, мне пропаркурить по этим штукам надо. Мне сюда, твою кукурузу. Погодите, мне надо понять, куда мне. Почему меня встречают загадки? Я не хочу загадок, я тупой. Можно что-то попроще? Все, я тупой. Как мне обратно скарабкаться? Окей, вот это начало, я понял. Это начало, сейчас мне нужно вот сюда. Бамс, а потом вот сюда, и потом туда, а потом туда, да? Жесть, конечно, только начало игры, а я уже туплю. Фласка, как всегда, уже тупит. Ну что, поперли. И сюда допрыгнуть? Во. Окей, я здесь, привет. Здравствуйте. Нажмите Ctrl, присела. Хорошо. Меня же постепенно будут всему обучать, я надеюсь, да? Е для взаимодействия. Мне сюда? Ну давайте сюда пойдем. Слушайте, я не знаю, погодите, я здесь? Я могу сюда пройти? Могу. Выглядит крипово. Погодите, дайте-ка я назад. А если мне нужно сюда, тогда мне нужно изучить, что тут. Дайте-ка я кругами.
побегаю, посмотрю, что тут есть. Взаимодействие, ага. А что это красное, тякет? У них что-то красное прорвало. Кетчуп. Хотя мы на заводе, причем тут кетчуп. Но тут ничего нет, вообще ни с чем нельзя взаимодействовать. Не, ну слушайте, такое ощущение, будто бы это пострашнее игра стала. Сюда я не могу. Блин, походу, мне нет смысла что-либо изучать, потому что вот я бегаю, я ничего найти-то не могу. То есть, если бы я пошла сразу сюда за дверь, я бы ничего не потеряла. Офигеть. Тут почему-то робот застрял. А, это краска, по всей видимости. На самом деле, выглядит крипово. То есть, смотрите, тут всюду краска красная и игрушки разбросаны. То есть, это что? Намек на то, что это игрушки? Опять паркур. И все игрушки в краске. Почему? Сохранение. Ага. Ну да, я-то уже могу упасть, да? Надо понять, как оно работает. Вниз, вниз, вниз. Давайте попробуем. Бамс, 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 бамс. И сюда. И теперь... Да, в смысле? Я пока что не понимаю, как работает, но я типа померла от того, что я упала? Боже, что так все долго? Окей. Мне, походу, надо успеть пропаркурить, прежде чем оно упадет вниз. Походу, сейчас я на вот это вот прыгну. Так, бамс, 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 бамс. Бамс, успела. Оно меня сейчас это, захавало. Там что-то ползает. Ёшкин кот. Прикол, 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 прикол. Можно я посмотрю на это? Нет, постой, вернись. Ты мне нужен. Бамс. Опа, поехали. А оно пошло наверх. А мне сюда, да? Я не хочу по этой штуке ползать. Мне что-то кажется... Мне кажется, сейчас что-то плохое я тут найду. Какой-нибудь скример. Ой, боже, ненавижу такие моменты. Ой, так, ладно. И тишина еще такая, знаете, вот будто бы специально. Твою кукурузину. Меня сейчас скримернет. Чё-то ненавижу скримеры. Энергия нужна? Ага, разместите батарею в розетку, чтобы подвести энергию. Понял. Я тебя схватить могу. Бамс. Первая есть. Еще одна где-то тут должна быть. Опа, сериальчик. Кассета нужна. Угу. Где-то кассета. А где? Слушайте, а где-то я, походу, пропустила в начале. Ну-ка. Ни с чем взаимодействовать не могу. Жесть. Давайте берем, вставляем. Но я кассеты тут не вижу. Давайте побегаем, попрыгаем. Возможно, где-то тут кассета. Я просто ее не вижу. Я вот без понятия. Аккуратненько. Ну ничего нет. В смысле? Или я ничего не могу я тупой. Жесть, да, ну прям тут было. Окей, давайте берем тап, чтобы открыть инвентарь. О, у меня зеленая рука, снаряжение. Окей, понял. Смотрим. Что ж, мисс Харпер, расскажите, что произошло. Не упускайте ни одних деталей. Детей укладывали спать, как обычно. Все были спокойны. Вот дремот уже наполнил что-то там. И тут я слышу резкий крик. Я понимаю, что детям иногда снятся кошмары, но расширенные зрачки и дрожащие губы. Клянусь, когда я взяла ее руку, мне показалось, что ее кровь кипит под кожей. Ее мучили какие-то жуткие видения. Она... Попростите, я не... Мисс Харпер, мы делаем все, что в наших силах. Честное слово. Но нам важно это знать. Мари вам рассказала, что видела? Да, она сказала, что это был монстр. Бесцветный монстр. Господи, я чувствовала, как колодится ее сердце. И двигалась она очень странно. Размахивала руками. Пиналась ногами. Я хочу с ней поговорить. Узнать, как дела. Мне бы услышать ее голосок. Встреча крайне нежелательна, миссис Харпер. У нас сейчас слишком много забот. Но не волнуйтесь, жизненные показатели в норме. Мы следим за ее состоянием. С ней все будет хорошо. Нет, прошу простить мне беспокойство. Просто верните мне мою малышку. Ага, ну понял. Никакой информации нам это не дало. Я хочу такую игрушку! А точнее не игрушку, а подушку. Вы гляньте, какая она милашная. Прикол, тут везде Poppy Plate. А, мамочка, это мамочка, это... А это Хаги-Ваги. А вот это новый кот Дремот. Ничего нету больше, идем дальше. Активируем. Здравствуй. Ты такой страшный, ты меня пугаешь. Я Буба Бубса, но я тебя помню. Слон ничего не забывает. Хочешь знать, что я о тебе помню? Нифига себе, скримаки. Жесть, это, конечно, ну, крипово. Где? Тут? Мне сюда? Что делать? Мне где-то набирают, мне надо ответить. А где? Я зарядила свою руку. Магии солнца. Нифига себе. Блин, мне надо прошмыгнуть. Сейчас прошмыгнем. Ща. Бамс. Только зеленая рука берет энергию, я понял. Бамс. Зашли. Отвечаем. Эй, ты слышишь? Вижу, ты в растерянности. Не хочу твоей смерти, поэтому помогу тебе. Смотри, там на дальней стене труба. Пригодится. Ба-бах. Используй эту батарею, чтобы открыть дверь. Мне какой-то ребенок помогает? А тут что, камера есть? Откуда она? Куда она знает? Она видит? Что за фигня? Мне страшно. Дверь закрылась. Вот тайной проход. Окей, нам дальше, да? Алло. Ух ты, это твоих рук дело? Наверное, там кот Дремот тебя и нашел. Ты, наверное, злишься на Поппи из-за того, что она помешала тебе сбежать. Прости, ей нужна твоя помощь. Нам всем нужна твоя помощь. Ты наша цель. Вместе мы сможем спасти много людей. В том числе и тебя. Приют прямо по курсу. Там живет кот Дремот. Это один из улыбающихся зверят. Раньше их было 8, кажется. Остался только он. Приют для него — святое место. Это зона охоты. Там он делает все, что захочет. Поспеши,
будем на связи. Меня, кстати, зовут Олли. Приятно познакомиться. Со мной говорит какая-то девочка. Какой-то приют. Окей, ну поперли в приют. А, мне походу, мне сюда, да. Сейчас мы встретимся с котом, дремотом. Как его там? А, когда скримеры, не хочу скримеры. Боже. Это выглядит крипово. Сохранение произошло. Ну чё, поперли? Куда нам? Сюда? Здравствуйте. Hello. Ну кто-то есть. Идем, да. Дальше. Камеры не работают, есть еще. Господи. Что происходит? Мне страшно, я шарахаюсь вообще от всего. Здравствуйте. Схвати ручку и поверни луч при помощи Q. Чё? Направь луч ко входу питания. Питание вот это. Погодите, Q. Я тупой. Схватите ручку. Где ручка? Во! Запитала? Это что за лазерное шоу? Погодите. Ну, допустим. А вот это вот зачем? Ручка сюда. Походу или нет. Сейчас, погодите, что за загадки? Схвати ручку и поверни луч при помощи Q. Ну, окей, понял. Значит, погодите, не сюда. Ну вот, я делаю бамс. А куда мне? Что-то нажать надо или что? Я тупой. Мне вот это, походу, нажать надо. Сейчас попробую. Ну, луч сюда направлен. Бамс. А, и ладошку сюда. Бам! Ё-моё, профессионал! Алло, тут кто-то есть? Мне страшно, если честно. Особенно вот эти статуи. А, направь луч ко входу. Так я уже сделала. Или еще что-то ты хочешь с меня? Да не, вроде все. Теперь мне что? Теперь мне наверх по турникетам. Слушайте, вообще на самом деле очень мило и красиво здесь. Вот что я вам скажу. За мной интересно, кто-то бегать будет? Либо же нет? Честно, не особо хотелось бы, чтобы за мной кто-то бегал. Бамс, опен. Открыть. Два опена надо. Бамс, бамс, опен. Открываем. Заходим. О, все, загрузка? Так быстро. И куда мы сейчас с вами попадем, интересно? Мы куда-то приехали. Нет, не приехали, это прогрузка была. Здравствуйте. Меня зовут Элиот Людвиг. Глядя на современный мир, как вы считаете, чего ему больше всего не достает? Денег мне никогда не хватает. Я что-то не успела прочитать. A few moments later. Куда мы? Это что такое? Мы под землей? Улыбка выражает что-то там. Улыбка выражает любовь. Улыбка выражает понимание. Господи, что так крипово. Ничто не доставляет мне больше радости, чем дарить детям улыбки. Я счастлив быть тем, кто пробуждает в них надежды и мечты. Ведь только надежды и мечты помогут нам создать лучшую версию мира. Мир, где детям нечего бояться. Где дети живут под защитой. И вообще без детей не было бы ни этой компании, ни игрушек. Эти дети созданы, чтобы улыбаться, чтобы любить. Они заслуживают жить дома в безопасности. А, это прогрузка была, боже. Поэтому я основатель компании Playtime Co. С огромной радостью сообщаю об открытии. А все? Приюта! Это наш собственный интернат при фабрике. Нифига себе они что сделали. Для детей, у которых нет дома. Это школа, место для игр, место, где тебе рады. Это наша собственная подземная экосистема. А почему дети под землей живут? Там максимально странно. Ну, то, что они вот это вот сделали под землей. Учителя и советники, отцы, тут есть все, что необходимо. Пусть наш приют приносит радость, вдохновение и улыбки всем, кто здесь оказывается. Ведь если не улыбаться, зачем тогда жить? Мы приехали. Опять мне кто-то набирает. Где телефон? Как ответить? Эй, это я, Олли. Клево тут, правда? Раньше здесь жили дети. И что с ними стало? Ну ладно, видишь статую в центре комнаты? Иди по ступенькам под ней. Там есть одна любопытная комната, которая питает весь приют. Могу дать от нее ключ. Давай. Не ключ. Не, на самом деле тут очень круто. Правда, максимально странно, что дети живут под землей в каком-то куполе. Это очень странно. Я бы не знаю. Я бы задалась вопросом, чтобы вот это все одобрить. Привет, я цыпленок Паника. Или Панки. Может, погуляем на улице? Привет, я цыпленок Паника. А, значит, он Паника, понял. Не Панки, Паника. Не сюда? Нет. А где ключ-то она мне дала? Привет, я Бобби Обнимашка. Хочешь узнать, как сильно я тебя люблю? Понял, тут ничего интересного. Пиклопес говорит апорт. Пиклопес. Пиклопес. А это кто? Привет, я свинка Капризулька. Давай есть. Он любит хавать. Я зайпа-прыгушка. Давай допрыгнем до луны. Короче, я понял, ничего интересного. О, здравствуйте, открыла. Очень интересная комната, она сказала здесь. Вау. Мне же сюда надо, да? Я кругами прыгаю, бегаю. Мне вовнутрь? Она мне ключ дала. Где она находится? Я не удивлюсь, если по итогу это была не она. Что ж, ключ у тебя. Теперь, наверное, тебя мучает вопрос. От чего этот ключ? Иди назад, увидишь дверь. Слева от вагонетки, которая тебя сюда спустила. Найс, мы сюда приехали, чтобы забрать ключ и опять пойти туда. А, вон дверь. Подсвечивается для особо умных. Ну, таких как я, потому что я постоянно... А как туда попасть, вопрос? Опа, здравствуйте, я здесь. Бамс, сохранение. Сейчас мне будет что-то скримерить или нет? Вот пустая комната. И вот эти прогрузки, мне всегда страшно. Заранее страшно. Так, окей. Сохранение, почему? Потому что за мной сейчас что-то побежит. Меня подлагивать начинает. Тут где-то анимации какие-то. Добро пожаловать в систему добычи газа. Сердце всей злой системы приюта. Весь газ, который исходит от машин, создается именно здесь.
здесь. Этот газ называется красным дымом. Сейчас этот дым идет в правую сторону. Наша задача перенаправить красный дым в левую сторону. Так мы доберемся до него. Скорее всего, к машине будет приставлена парочка безмозглых охранников. Но не волнуйся, ты их одолеешь. Я позвоню, как только все будет готово. Нет питания. Где охранники? Как мне с ними справиться? Бам! Нет питания. Оффлайн. Ладно, пойдемте собирать. Это что? Эта штука питает. Погодите, эта штука питает. И вот это? Какие-то страшные звуки. И вот это питает, да? Мне надо найти эту. Батарейку! А где батарейка? Вопрос хороший. Где батареечка? Здрасте. Тут кто-то есть? Надеюсь, никого нет. О, батарейка. Я нашел батарейку. Вопрос, куда мне первым делом ее вставить? Мне кажется... Погодите, если она... А, сюда нужна синяя. Сюда нельзя ее вставить, да? Да, только вот сюда я могу вставить. Бамс. Открыли проход. Здрасте. Тут есть кто? Надеюсь, тут никого нет, ибо мне страшно. О, кассета. Круто. Надо будет где-то проиграть ее. Я руку нашла. А что делать? Погоди. Нажмите два или покрутите колесико. Я тупой, можно еще раз? Но это все круто. Я тупой. Я руку подобрала. Это, конечно, опупенно. А что, дети тут тоже с руками бегали? А, погодите, кассета. Как ее вставить? Туда же, наверное, нет? О, опять одно и то же. Ну что, давайте посмотрим. Хвататель 2.0, рабочий прототип. Дополнительная длина шнура. Окей, длинная, понял. Менять руки очень просто. У прототипа есть силы в воздухе. Это как силы в воздухе? Чтобы приземлиться с большой высоты. Осторожно во время приземления. Местами поверхность пола опасна. Thank you! Спасибо! Как поменять руку? Который час? Час потехи! Как руки менять, я тупой. Я, конечно, сломал монитор. Hello! Мне сюда? Там иглушка на меня смотрит, смотрите. Я фонарь включила, с каких пор он у меня есть? Или все это время он был? Или я что-то нажала? Окей, ладно, поперли. Надо понять, что от меня хочет игра. Там ничего не работает. Тут у нас что? Тут есть... Погодите, как я фонарь включила? Как мне его выключить? Как руку выбрать? Твою кукурузу. И типа просто... Все, подряд жмякать надо. Ладно, понял. Понял, пойдемте. Я сюда могу пробраться, да? Нет, не могу, закрыто. Значит, мне сюда. Что-то надо сделать тут. Погодите, с каких пор у меня фонарь? Я куда-то нажала? Это тот самый код, да? А, он спит. Код дремот. Мужики, я тупой. Что мне делать? Может, мне куда-то сюда? Мне по логике, мне хвататель этот нужен. Но я тупой, я не знаю, как его поменять. О, там еще одна прыгала. Как я поменяла руки? А, колесо мыши. Бам. А что мне делать с этой высокотехнологической? Она как-то мне должна помочь скарабкаться, да? А как понять, докуда? Я пока что тупой. Она нужна, чтобы не больно падать было? Ох, ёшкин ты кот, опять вот эти, вот, знаете, загадки, вопросы. И пойми, что тут надо делать. Я пока что ничего не понимаю. Но, по всей видимости, мне наверх. Я уже забыла, что делает эта рука. Мне не наверх? Окей, началось. Опупеть, смотрите, что появилось. Нифига себе. Самое странное, что эта штука так работает только на кнопочках. Ну, хотя, ладно, это хорошо. Хотя понятно, куда. Главное, на земле искать эти кнопки. Еще вижу одну кнопку. Бам. Мне, по всей видимости, сюда. А, вот сказала, больно падать. А я могу, типа, вот так раскачку брать? Походу. Бамс. Нет. Вот, больно падать, это как раз-таки про это. А что, да нельзя, что ли, забраться? Офигеть, это что? Что-то красное, вонючее. Бамс. Мне надо понять, куда запрыгнуть надо. Ну, давайте раскачку берем. Опа, опа, а, допрыгнула, аж думала, все, ГГ мне, так, штука, ко мне, бамс, теперь понять надо, как туда, что-то какие-то сложные у вас технологии, молодые. Опупенно, я придумал. Хорошо, обратно как? Ну не отсюда, а, на вот эту. Давайте, бамс, я тут. Мне ее двигать, типа? Офигеть, придумали, понемногу двигать. А я до туда-то, ну, допрыгну уже. А, допрыгиваю, нормас. Я тут, что дальше? Ладно, давайте довезем ее до конца. Наверняка не просто так. Бамс, довезли. А, понял, бам. Придумали прикольно, но на самом деле странно. Все-таки это хоррор-игра, наверное, да? А хоррора я не вижу. Единственное, что тут есть, это загадки. Мне надо лазером... А, нет. И тут еще одна. А, пупеть. Мне сейчас надо понять, как это все сконтачить, чтобы оно заработало, да? А что мне надо? Куда мне эту штуку надо? Давайте, допустим, повернем. Ну, допустим, повернули. Ну, куда я могу вообще ее повернуть? Вот сюда могу. Туда, туда. Так, погодите. Мне нужно как-то питание взять, да? Ручку, наверное, поменять надо. Алло, здравствуйте. Можно я запитаю? Я просто что-то тупой. Нет, погодите. Может, мне на ту сторону вначале надо? Бамс. Ой, тихо. Бамс. Мы здесь. А. Мне надо ее, значит, повернуть вот так вот. Откуда вообще ток идет? Погодите, вот. Пока что я тупой. Где мне? От чего мне запитаться? Помогите. Это идет сюда, 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 потом сюда. Круто! А где мне питание-то изначальное взять? Или мне дадут допрыгать, что ли, надо? Погодите. Да господи, что за интеллектуальная игра? Я зашла это попугаться. Я здесь. Здравствуй. Бамс. Значит, это повернуть. Стопудняк надо, да? Погоди, но я в ту ток даю или не даю? По идее, погодите. Если я ее поверну, я запитала. Ну, допустим. Ебой.
Мамс, энергия течет. Открывай. Отлично. Боже. Боже, все было так просто. Надо было просто допереть. Понимаете? Ну, в принципе, не так уж и долго. Что дальше? Что дальше? Что-то нажать, наверное, надо, да? Активировать. Выход. Дверь запиталась. Открывай. Не запиталась? Надо еще что-то сделать. Так, идет туда. А, погодите, еще раз вот эту штуку запитать надо, походу. По всей видимости. Ничего, обратно туда, что ли, лезть? Ну, давайте попробуем. И, походу, не хватает энергии. Бамс, бамс, бамс. Или нет? Ну погодите, энергии-то не хватает ей. Значит, ее надо запитать. А запитается только вот эта штука может. Так а в чем это проблема? A few moments later. Какая-то странная технология была, чтобы вы понимали, я сделала вот так вот. Вот туда, оттуда лазер идет сюда, отсюда лазер идет туда, и все, оно запиталось. Я что-то не поняла, честно, в чем прикол. Ну, это просто если вы будете проходить, чтобы вы понимали, что нужно делать. Итак, мы здесь. Два подведено. Отлично, еще два осталось. Они откуда-то оттуда идут. И вот отсюда тоже идут, да? Оно пока не работает. Откуда питание? Из этой штуки. Мне батарейку где-то надо взять. Окей, я сюда вышла. Теперь мне надо понять, где я тоже могу так подпрыгнуть, что ли, да? Давайте посмотрим. Здесь у нас ничего нету, по всей видимости. Да. Идем тогда, ну, туда, по идее. Либо я отсюда могу еще куда-то вскарабкаться. Ну-ка. Бамс, я здесь. Погодите, или могу? Опа. Не, наверное, мне туда. Туда, вот там я не был, да? Но я надеюсь, там что-то будет. Из полезного. Надо искать руку на полу. На полу, на полу. Руки, кстати, не вижу. Походу, нет руки. А что тогда тут делать надо? Я, как всегда, сломался. Зачем вот это комната. Возможно, потом что-то будет. Погодите, тут точно нет руки? А куда мне тогда? Что так все тут сложно? Вот чисто, знаете, будто бы в какую-то детективную игру играю. Узнай вот это, сходи, активируй то-то, то-то. Ноль хорроров. Хотя вопрос, почему? Тут я все сделала, да? По идее, да. Или нет? Погодите. Да, отсюда запитала. Ну, так питание идет отсюда. Так мне надо запитать вот эту штуковину. Где мне взять эту батарейку? Эта батарейка ведет вот сюда и вон туда. Может быть, вот тут что-то я могу? Тут я тоже ничего не вижу. Тут есть кнопка, но она не рабочая. Блин, это просто жесть. Что все так как-то замудренно сделали? Даже никакой подсказки куда. А, слушайте, погодите, я на кнопку нажала. А все? Этого питания мне хватит? Онлайн. Мы перекачали все в среднюю. Нет. И что? Я ща обсикую. Она мне набирает. Алло, да. О нет, кто-то отключил питание. Так, я отправил другой ключ. Используй, чтобы добраться до дома милого кого-то там. Когда окажешься внутри, резервный генератор здания нужно активировать. Че он так быстро говорит, я не успеваю прочитать. Малой, куда ты отправил? Где ключ? Я ща обсикуюсь, мне страшно. Буду сидеть здесь. Нужно, в общем, будет в следующей серии с вами, ребята, найти штуку. Я уж честно забыла, что он там говорил. Куда-то надо пойти и что-то где-то найти. В следующей серии мы этим займемся. На этом я буду заканчивать видосик. Если он вам понравился и вы хотите увидеть продолжение, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну а с вами была Фласочка. Всем удачи и пока-пока.